Узор, который лучше всего характеризует белорусов. В Минске прошел день вышиванки для зарубежных дипломатов. Участие в празднике, организованном МИДом нашей страны, приняли десятки высоких гостей. Практически все соблюли дресс-код и сменили строгие костюмы на рубахи или майки с белорусским орнаментом. Кстати, день вышиванки для дипломатов проводится впервые, но, судя по ажиотажу, праздник станет традиционным. Этот орнамент, он николи не адлюстровал неких кепских имкнений. Почему мы вырашили отзначить разом с дипломатами день вышиванки? Потому что, по-перше, это зручный момент для того, как собраться и погуторить об наших проблемах. А по-другое, я сказал им, что это будет ваш унесок у развития белорусской идентичности, самобытности. Гэта вельмі важная рэчы, гэта традыцыя, якая нагадвае маладым людзям, хто яны і адкуль. Я цалкам падтрымліваю такія ідэі і спадзяюся, што гэтае свята будзе праводзіцца пастаянна. На дне вышиванки были представлены модные коллекции, создатели которых черпали вдохновение в традиционных нарядах и, конечно же, сувениры. Кстати, дипломаты предложили организовать в Минске еще один подобный праздник, на который бы представители дипмиссий могли прийти в своих национальных костюмах.